Президент России Дмитрий Медведев решил создать общественно-попечительский совет и фонд для восстановления и поддержки Свято-Пантелеймонова монастыря, находящегося на Святой горе Афон. Как заявил глава государства, такой совет займется координацией и поддержкой монастыря, участием различных благотворительных сил. Медведев также считает необходимым создать специальный фонд, чтобы накапливались средства и они тратились на благо монастыря под надзором совета, чтобы ни одна из программ не прекращалась. По оценке президента, монастырь имеет огромное значение для всего православного мира и для всех, кто относит себя к чадам Русской Православной Церкви. Медведев сообщил, что сам бывал в монастыре и мог лично убедиться в том, что он постепенно возрождается, но все еще нуждается в помощи. Теперь, по словам главы государства, общественно-попечительский совет будет заниматься помощью монастырю в решении его проблем.